Сколько времени это займет? Боюсь, это займет столько времени, сколько потребуется. Так что же ты делаешь? Разве недостаточно, что она видит все во мне? Должна ли она знать и о моей основной работе? Эй, Куинни, где ты? Я давно тебя не видел. Потому что она была с парнем. Думаешь ли ты о детях? Они будут цвета молочного кофе. Но они будут полуавтомобилями. Надеюсь, ты умрешь задолго до встречи с ней. Ты никогда не говоришь мне, что не так. Ты не со мной, Том. Я не могу всегда быть с тобой, Куинни. Я не могу всегда быть злым. Что ты имеешь в виду? Я злюсь. Почему ты стучишь, как Фет? Фет приносит закуски. Я не знаю, что ко мне. Моя жизнь разваливается. Это кризис четверти века, о котором все говорят. Мы будем работать над собой. Бабушка знает, что ее внук живет в притоне. Здесь для тебя всегда найдется место. Не беспокойся обо мне. Я проживаю лучшую свою жизнь. Знаешь, что мне нравится в тебе? Ой. Многие ищут себя, а ты всегда знала, кто ты. О, как глубоко. Девушкам нравится толкаться, дышать. Я громкая, безрассудная, конфликтная. Мы превысили одну степень. Не могу не быть сильной чернокожей женщиной. Вот проблема с девушками, как я. Какая ошибка была совершена, что внука довела дедушку до сердечного приступа. Еще одна вещь для кризиса четверти жизни. Вызови скорую по пути. Я изменю мир. Вот для чего я здесь. Я не могу дышать. Не сегодня. Прости, как имя она тебе сказала? Нана, я поняла поведение.